Гораздо ближе, чем хочется, почти над самыми головами прохожих в Иркутске нависла опасность. О ней нам рассказала наш народный корреспондент Гульнара Гарифуллина. Мы ежедневно занимаемся пробежкой, и в воскресенье, возвращаясь с пробежки с набережной, идя по другой стороне улицы Российской, я увидела, что через дорогу деревянный дом и такая большая железная, кровельная металлическая конструкция свисает с крыши. Можно это было, после дождей, после ветров, и на самом деле это очень опасно, потому что большой кусок железа, он свисает прямо над тротуаром, где ходят пешеходы. Сегодня о куске железа на крыше узнали в единой диспетчерской службе Иркутска. По всей видимости, туда позвонил очевидец или сам житель дома. После обеда угрозу пешеходам ликвидировали. Если вы стали свидетелем подобного, звоните в рубрику «Народный корреспондент». Она для наблюдательных и неравнодушных к происходящему вокруг.